У вас тахограф исправен? Да. Карта вставлена? Вытащил. Давайте мы сейчас это дело посмотрим. А почему карта не вставлена в тахограф? Не обед. Ну карту вытаскивать нельзя же. Вставляйте карту. Сейчас проверим. Карта вставляется один раз при выезде. Инспекторы ГИБДД совместно со специалистами Управления Государственного административного дорожного надзора проверяли автобусы Мострансавто. Предмет контроля – правильная работа тахографа. Прибор напоминает черный ящик самолета. Также записывает на электронный носитель информацию о движении транспортного средства. Он дает возможность следить за его скоростью, а также режимами работы и отдыха водителей, тем самым минимизируя возможность создания аварийной ситуации. На территории городского округа Воскресенск 11 января 2020 года произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге Егорьевск-Воскресенск, 19 километр. При управлении автобуса у водителя не работал тахограф в установленном порядке. На 9 часов утра специалисты проверили 10 автобусов, работающих на городских и сельских маршрутах городского округа Воскресенск. У троих водителей выявлено нарушение, что карта водителя не считается тахографом. Сотрудники госавтоинспекции и дорожного надзора составили административные материалы, а должностные лица Мострансавто будут привлекаться к ответственности. Всего в тот день инспекторы осмотрели тахографы в 23 автобусах. Проверки продолжатся. Евгений Светлый, Дмитрий Волнов, новости Искровект.